Официальная встреча руководителей администрации Ангарска с делегацией из города-побратима Мытищи состоялась сегодня в зале заседания администрации Ангарского городского округа. Взаимные визиты между городами-побратимами в последние годы стали хорошей традицией. В этом вопросе нам есть чем гордиться. Ангарская педагогика, на мой взгляд, это лидер в нашем регионе в части инноваций, в части технологий образовательных и, конечно же, результатов, которые оцифрованы в виде ЕГЭ, в виде участия в олимпиадах, в виде наших стабальников. Поэтому наверняка есть чему поучиться и той, и иной стороне. Я сама из Сибири, из Читы. И только 14 лет в Мытищах, а до этого вся система образования – это городской округ Чита. Для меня все очень близкое и родное. И Сибирь – это то место, где есть все и где можно очень многому научиться. Особое место в отношениях Ангарска и Мытищ занимают связи в сфере образования. Так, в прошлом году делегация педагогов посетила Мытищи с целью знакомства и обмена опытом. Ангарские школьники принимали участие в олимпиадах, которые проходили в городе Мытищи.